Активная жизненная позиция и участие в общественной жизни страны, профилактика преступлений, безопасность и покой белорусов. Это не только забота милиции. Два года при МВД существует общественный совет, связующее звено между правоохранителями и обществом. Его участники – знаковые для страны фигуры, деятели культуры, искусства и религии. Все это время председатель совета, глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько. За это время было решено много проблемных вопросов. Престиж милиции в глазах людей, доверие и уважение, подготовка кадров и, конечно, как противостоять наркомании, особенно среди молодежи. Работать было очень интересно. И по общественному резонансу я понимаю, что общественный совет очень большое значение имел в жизни многих конкретных и сотрудников Министерства внутренних дел, и общества нашего. Авторитетные люди, которые входят в состав совета, они много очень поработали, они ездили по местам, мы участвовали активно в мероприятиях Министерства внутренних дел. То есть я думаю, что если бы вдруг кто-то подумал, что теперь, ну, не надо общественный совет, поработал и хватит, то, мне кажется, и Министерству внутренних дел сильно бы чего-то бы не хватало. Антинаркотический декрет, его действия, решение проблем наркомании – основная тема, которая активно обсуждается сегодня не только на совете, но и в обществе в целом.